сказать, что это круглый стол? Приморье определяет стратегию развития до 2030 года. Это необходимо сделать в связи с вступлением в силу федерального закона. В документе нужно расписать план социально-экономического развития территории. Это и все отрасли жизни, и заселение края, территориальное планирование. Но пока специалисты разрабатывают документальную базу. И в эти дни в Приморье прибыли представители Минэкономразвития, чтобы разъяснить особенности закона. Такие проекты должны разработать все субъекты страны. И ясность далекого будущего нужно определить до 2017 года. Субъект Российской Федерации Приморский край также должен иметь свою стратегию, которую разрабатывает сам субъект с привлечением обязательно экспертного сообщества, с публичным обсуждением с населением, с экспертами, с бизнесом. Это совместный документ. Мы вместе должны научиться видеть будущее.